Союз женщин Молдовы принял декларацию, в которой выражает полную солидарность с ПКРМ и поддерживает позицию этой парламентской фракции не голосовать за кандидатуру на должность президента, выдвинутую Альянсом за европейскую интеграцию. Подробности у нашего корреспондента. Союз женщин Молдовы, самое многочисленное женское движение в нашей стране, официально выразило свой протест той антисоциальной политике, которую пытаются сегодня проводить новые власти. На собрании актива этой организации, куда съехались делегаты со всех уголков республики, включая и ГГУЗ ЕРИ, присутствовал Владимир Воронин и депутаты от ПКРМ, парламентской фракции, представленной максимальным числом женщин за всю историю молдавского законодательного органа. Представительницы женской организации выразили свое возмущение по поводу сокращения ряда социальных программ, отмены многих социальных выплат, пересмотра целого перечня законов в угоду личных и групповых интересов коалиционного либерального правительства. Меня, как педагога, очень волнует судьба молодежи. Вы прекрасно знаете, сколько энергии, сколько внимания отдавало государство именно образованию. И что происходит в настоящий период сейчас. А чей шаг, судя деми, карива вот так? Те, кто голосовал, как и я, за стабильность и порядок, гордимся своим выбором, потому что мы видим, что нынешний парламент – это форменный цирк, управляемый клоуном. То, что происходит в парламенте, доказывает, как далека коалиция от нужд простого народа. Все то, что вытворяют сегодня представляющие политическое большинство депутаты парламента, убедительно свидетельствует о том, что они страшно далеки от народа. Союз женщин Молдовы, как организация социалистической ориентации, поддерживает единое мнение партии коммунистов не голосовать за кандидатуру на должность главы государства, предложенную Альянсом за европейскую интеграцию. И такую позицию ПКРМ, по мнению Владимира Воронина, разделяют люди из многих регионов Молдовы. Все эти собрания заканчивались принятием резолюций. Все эти резолюции сейчас находятся у нас в Центральном комитете. Все резолюции единогласно, единодушно говорят о том, что не надо идти на союз ни с кем, а надо готовиться идти на новый выбор. Нам надо быть осторожными, поэтому нам надо быть едиными, надо объединиться. Мне нравится ваш настрой, я вам даже благодарен. Есть еще Стригатлачер. Он стригает дичечь с антиблацаром. Люди уже уповают на небеса, потому что невозможно мириться с тем, что происходит сегодня в нашей стране. Женщина – это сильная движущая сила, которая может сделать многое. Считаю, что мужчины, которые бьются за власть, должны обязательно прислушиваться к мнению женщин. Напомним, что почти половина нынешнего состава депутатов АПКРМ – женщины. Наталья Шмыргун, Вера Терентьев, телекомпания «Нит».